Так, подождите, я хочу заценить свою колоду, которая у меня сейчас. Хотя бы посмотреть, что в ней. Ага, есть шары. Да-да-да, норм. Чё я парюсь-то? Эту колоду же я делал для обычного режима. Ещё тогда. Ведёт прямиком к центру Ульдамана. Это супер надежная вагонетка, поможет вам оторваться от трогов. А здесь что было написано? Второй фрагмент пуска спрятан где-то в глубинах Ульдамана. Ну окей. Погнали, что ли? Ух ты. Берегись, за нами погоня! Ух ты, здесь и другие способности у Брана. О, черт. Эй, глупые троги! Сюда! Поймайте меня! Ой, у меня же два бума было. И чё, ой, две маны всего. Fuck you. Летит, свиньи! Они через завал меня бьют, ну конечно. Так, ну чё? Прыгающие боссы, получите! Погоди, погоди. Не погодю. Эй, осторожнее! Так можно и вагонетку опрокинуть. Черт, я сейчас сдохну. Немного зелья из потрошков, и все как новое. Погоди. Стой, можно ведь фразы говорить, брат. Ой, твою мать, а? Если мы кого-нибудь не убьем, мы трупаки, скорее всего. Давай! Да! Выходи. Хреново я воспользовался тем, что есть. Да. Ух ты, я даже не ждал, что я поражение держу. Прикольно, давайте дальше. Снова. Теперь буду, конечно, экономить все это дело. Погоди.
давай. Ну, вообще не в того, а. Марш, это фигня. Да хватит вызывать этих големов-крушителей. Черт. Как больно. Он издевается! Опять голем-крушитель, а? Да ну! Это вообще какой-то Unreal, полный рандом. Блин, если бы шло все еще по сценарию, тут рандом. Тут чертов рандом. Жопа, блин. Самых крутых призвал. Вот это издевка называется. Погоди. Эй, может, успокоишься? Черт, я две бомбы нужны. Я опять срал. Не, ну что бум мне сделает-то? Мне два бума надо. Не, ну круто вообще. Это... Я не представляю теперь, что будет на героике, ведь кого-то не надо составлять, но ты мучаешься против этих 4-6-6-6 вечно выходящих, и только их. Вот другое дело. Надо было карт побольше взять. Хорошо. Отдыхаем.
Валим, валим. Так, ну по идее это должен быть победный клич. Фу, ну хоть в этот раз РНГ сработало. Окей. Все, отстали. Наверное, в следующей комнате. Черт, твою мать, это было жестко.